Это третий фильм или третья часть фильма «Как установить быка на площади». Ну, сложность была в том, что быка делали в помещении. Помещение было маленькое, пришлось разбирать стены и потом тянуть его специальным трактором или погрузчиком. И потом краном грузить на вот этот автомобиль и вести уже его на площадь перед заводом. Ну, кому это интересно будет, есть две части, то есть подробный фильм, мне удалось снять его, ну, возможность была снять более подробно, и я не решил его просто разбить на три части, это уже третья серия, и вот этот завод, он находится в Херсонской области, город Каховка, красивейший город, и вот ну, здесь решили как бы украсить площадь заводскую, ну, это будем очень похвально, что есть люди, которые вкладывают в благоустройство. И вот мне повезло сделать такую работу, скульптуру. Зимой было время, ну где-то 20, ну давайте месяц, 30 дней ушло на эту работу. Вот такой вот бык, он получился 10 тонн весом, и была сложность в том, что он как бы без фундамента. И бетон не любит таких нагрузок, чтобы его тянули, толкали. Ну, пришлось нам так рисковать. И вот все как бы у нас получилось, осталось только его разгрузить. Ну, то есть при погрузке и вытаскивании ничего не пострадало, а вот как бы теперь сейчас мы краном возьмем, и вот здесь поставится, на эту площадь поставится бык. Ну, и потом, видите, у него нету хвоста, потому что ну, с хвостом он 4,5 метра, и он не вмещался в помещение. Ну, видите, кран, техника, это, конечно, сила, и намного упрощает, ускоряет этот процесс. Ну, и, ну, конечно, если было бы тепло, можно было бы этого быка сделать перед, будем говорить, перед заводом, тогда можно ну, кое-что упростить или не делать очень мощный, серьезный фундамент. Очень много времени ушлось на выворку вот этого каркаса, вот этого быка. Ну и бетон, он имеет как бы свои особенности, потому что, ну, как бы ноги тонкие не сделаешь, потому что их разорвет на солнце, и арматура не любит, при нагреве она расширяется и рвет любой бетон. Должна быть определенная толщина от арматуры, и вот как бы исходя из этого, ну, бык получился мощный, и он как бы стилизованный, ну, как бы вот такая работа. Thank you.
Ну, хвост мы сделали отдельно, на низу приварили его, выварили, выгнули, а потом вот уже на месте были закладные, и мы просто приварили хвост, и видите, прикрепили его к корпусу, и как бы, ну так было быстрее, ну просто по-другому вывести несложно было этого быка с помещения.
Ну, вот так мы доделали хвост, приварили его и соединили его с корпусом быка, и он кисточку сделали. Ну и осталось лени подкрасить. Ну, основная покраска была в помещении. А здесь вот уже идет, то есть где-то зацепили, где-то тросом. Ну и останется кисточка, высохнет, мы ее приедем до подкраса. Ну, вот, короче, вот такая вот работа. И очень интересная и как бы необычная. Такого быка сделать, это тоже большая удача. Ну, вот такой вот получился бык. Вот такая площадь. Смотрите, очень аккуратно сделанная площадка. Вот такой как бы на уступах. Очень было сложно было просчитать и подгадать копыта, толщина фундамента. И чтобы плитка четко подошла под сами копыта. И как бы вот есть результат работы. Этот бык бодается на бирже, на рынке капиталистическом, и он должен выдержать все нагрузки, будем говорить, вот такого непостоянного рынка труда или рынка товаров, конкуренции. Ну, вот, вот такой вот завод, и хозяин, заказчик очень мощный и стабильный коммерсант, который, думаю, выдержит все.